Здравствуйте, ребята, здравствуйте, учителя. Сегодня в рамках проведения месячника военно-патриотического воспитания среди первых и вторых классов проводится конкурс «Песни из строя. Сталин в строю, силен в бою». Сегодня, как и в былые времена, наша российская армия славится своими воинами. У нее славное прошлое и, надеется, достойное будущее. А будущее нашей российской армии – это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. Сегодня каждая команда постарается показать свои только самые положительные качества. Ответственность, умение слаженно работать в коллективе, готовность встать на защиту Родины в случае необходимости. Оценивать вашу подготовку и качество выполнения будет наше жюри. Мороз Игорь Викторович. И Катерина Татьяна Ивановна. Прошу подойти командиров команд и жюри.